Нарушение требований безопасности в прокуратуре назвали причиной пожара на мусорном полигоне в Новосибирске. Напомню, огонь на Хилокской свалке бушевал несколько дней. Дымом затянуло половину города, тушили его трое суток. По данным надзорных органов, возгорание произошло из-за нарушения требований Санпина. Меры по недопущению возгорания отходов предприняты не были. В отношении эксплуатанта возбуждено дело об административном правонарушении. А вот в самой организации спецавтохозяйства называют другие причины. Виновник распространения огня, сильный ветер, плюс полигон за десятилетия использования свои возможности исчерпал, поэтому ЧП избежать не удалось.